Улыбки, веселые игры и хорошее настроение. В такой дружелюбной атмосфере в Химках открывают детские площадки после ремонта. Тест-драйв новых игровых комплексов и горок провели самые главные эксперты – дети. Для них прокатиться на качелях или построить башню из песка – настоящий праздник. Но задорным играм и забавам предшествовали ремонтные работы. В рамках комплексного благоустройства специалисты модернизировали детскую площадку во дворе домов номер 1 и 3 на улице Московской. Мы заменили асфальтовое покрытие на дорожно-тропиночной сети. Заменили резиновое покрытие на детской площадке площадью 230 квадратных метров. Установлено 11 новых лавочек. Также дополнительно поставлены две световые опоры освещения и обновлен газон. Проект и ход ремонтных работ под полным контролем жителей. Именно на их пожеланиях и просьбах основана концепция благоустройства. Самое главное для меня, что на протяжении всего периода благоустройства активно принимали участие жители, председатели совета домов. Все довольны, и я уверена, что эта площадка прослужит много лет. В этом году в Химках преобразят более 20 детских площадок. Специалисты заменят покрытие, обновят игровые комплексы, спортивные сооружения. Большая часть работ уже выполнена. Всего за последние 10 лет в городском округе комплексно благоустроили 406 дворов. Построили 20 больших детских площадок по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.